Ребята, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как настроить пострадар. Мы вместе с вами сейчас будем это делать. В свое время я его открыла благодаря одному нашему партнеру, партнеру из нашей команды. Значит, первое, что нужно сделать, обязательно завести как минимум два аккаунта Фейсбука. В первом аккаунте в русском мы набиваем на страничку русские группы, берем у наставников, у наших лидеров, заходим, и каждый день, это должна быть уже традиция, каждый день по 20 групп добавляем, не пропуская. То есть нам нужно как можно больше, чтобы у нас сформировалась база групп на страничке. Второй аккаунт американский. То есть мы туда добавляем иностранные группы. Таким же образом у лидеров, у наставников берем их на страничках. Добавляем каждый день по 20 американских групп. Не перебарщивайте, потому что Facebook блокирует надолго. Можно остаться без странички и на очень длительный срок. Значит, мы с вами договорились, что у нас как минимум две странички. Одна русская, другая западная. Заходим по ссылке. То есть вы по ссылке будете регистрироваться по партнерской в Пострадар. Я просто захожу, потому что он у меня уже во вкладке. И смотрите, открываем страничку, например, ну, любую страничку на Фейсбуке свою. Здесь мы нажимаем вот эту кнопку и проходим Пострадар. Значит, смотрите, первое, что нам нужно сделать, это сформировать, создать свою ссылку реферальную. То есть я нажимаю вот здесь вот в левом меню, в столбике, нажимаю на лампочку с долларом. Захожу вот сюда, и здесь вот есть такая кнопка синяя, мы на нее нажимаем. Здесь я прописываю логин, имя, которое я бы хотела, чтобы в моей реферальной ссылке просто присутствовало. Ну, например, я пишу свою фамилию, к примеру. Рязанова. И нажимаю синюю кнопку. Вот она появилась, здесь статистика, то есть это у меня аккаунт новый, поэтому здесь по нулям. У меня на основном аккаунте уже здесь стоит сколько просмотров, сколько зарегистрировавшихся. И вот она моя ссылка. То есть я ее копирую для себя, и потом, когда мне будут партнеры спрашивать, я ее давать буду для регистрации именно эту ссылку. Просто так удобнее. А сейчас мы будем настраивать уже, чтобы нам поставить наши рекламы, автоматизировать их работу. Смотрите, мы заходим, вот здесь вот такая вкладка, называется Buffers. Я на нее нажимаю. И здесь я прохожу вот в такое меню. Нажимаю новый Buffers. И пошли настраивать. Значит, нажимаем Select. Вот здесь высвечиваются все группы, которые у меня именно вот на этом аккаунте, который я открыла. Здесь у меня аккаунт новый, поэтому групп мало. Я просто сейчас на примере покажу. Вот смотрите, здесь вот у меня заграничные группы. Да, у меня здесь русских нету. Ну, ничего страшного, мы поставим здесь рекламу. Значит, первое, это аккаунт, это именно на стене самого аккаунта рекламу ставить. И, например, я отмечаю. Здесь доступно всего 15 групп выбрать. То есть мы создаем буфер, например, мы его потом назовем буфер номер 1, и туда забиваем 15 групп. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15. Вот смотрите, он уже показывает, что все, больше я вам не дам добавить. Значит, выбрали 15 групп, нажали на кнопку Save. Пошли настраивать время и дни недели. Смотрите, очень интересно. Значит, можно поставить периодически. И вот видите, здесь стоит март 19, то есть от 19 марта до июня 19 2015 года. То есть можно вот этот период времени выбрать, и как мы его настроим, он все это время до 19 июня будет нам эту рекламу постить. Здесь дни недели можно выбрать. Когда мы изначально ничего не нажимаем здесь, значит 7 дней в неделю будут посты идти. Если мы, например, вот так вот блокируем,
то можно поставить, например, посты через день. Но я сейчас оставлю каждый день. Здесь, значит, мы выбираем, насколько я знаю, это значит, например, здесь цифры ставим 20, здесь можно выбрать минуты, также можно выбрать дни и часы. Видимо, ставится с периодичностью. Вот этот момент я обязательно уточню. Если будут какие-то дополнения, я вам обязательно об этом расскажу. И, значит, я ставлю с периодичностью посты ставить в 20 минут, каждые 20 минут новый пост. И здесь я ставлю время. То есть я обычно ставлю с 12 дня до, настраиваем часы, до 12, так, секунду, до 12 вечера. То есть с 12 дня посты ставить до 12 вечера, потому что обычно люди все-таки после 12, там, ну, то есть до обеда люди работают, ну и, соответственно, после обеда вечером они заходят в соцсети, смотрят свои рекламы. Ставим, значит, нажимаем на зеленую кнопку, здесь у нас все сохранилось, пошли ставить рекламу. Что я вам хочу сказать по поводу рекламы? Когда мы делаем на соцсетях какой-то пост, нам, вот моя рекомендация, лучше всего работают посты, лучше всего с них идет трафик, результат, когда на самом деле пост не от... картинка в самом рекламном объявлении, она не относится никаким образом ни к бизнесу, ни к самому объявлению. Картинка должна быть такая, чтобы она привлекала внимание, чтобы человек захотел ее открыть, нажать и посмотреть. Если он захочет посмотреть картинку, он невольно поднимет взгляд на рекламное объявление, а там уже как бы процесс пошел. Поэтому я ставлю совершенно разные картинки, вплоть до таких вот как эротического плана. Но сейчас я поставлю попроще, я просто выберу вот такую вот картинку. Здесь она у меня загрузится, и здесь, значит, смотрите, на, если американские, зарубежные группы, то мы должны писать, соответственно, текст на, не на русском языке, а, на, например, на американском. Но сейчас я не буду заморачиваться, я просто покажу, что сейчас нужно рекламировать в постах. То есть я пишу 50 тысяч кредитов, в скобочках просмотров, ваши рекламы, рекламы вашего бизнеса на топ-сайты США. Вот смотрите, сейчас вот эта вот реклама, вот эта фраза для рекламы, она самая актуальная. То есть сейчас очень много идет подписок на эту фразу, очень много людей добавляется в Skype, на почту пишут сообщения. Я по своему опыту сейчас говорю. И в принципе, пока она работает, пока она хорошо работает, нужно ее использовать. То есть мы ставим любую картинку, которая привлекает внимание, которая цепляет взгляд, и пишем 50 тысяч кредитов просмотров рекламы вашего бизнеса на топ-сайты США, подписываем бесплатно. Подробности здесь. И я сейчас поставлю сюда URL своей странички захвата, основной, которая у меня сейчас работает. У вас два варианта, либо это видеостраничка, либо это просто обычная страничка, но страничка должна быть красивой, чтобы человек захотел на нее подписаться. Я захожу в свой конструктор. Конструктор этот у нас доступен на, в компании IOP на уровне $20. И беру своей страничке захвата URL. Ссылочку и ставлю ее сюда. Нажимаю Add. И пошли дальше настраивать. То есть здесь можно выбрать одна публикация один раз, а можно выбрать мульти. Мы ставим мульти, чтобы она много раз показывалась. Поднимаемся. Все, здесь мы все настроили. Поднимаемся чуть выше, нажимаем вот эту вот кнопку Save and Active. И здесь мы подписываем, обязательно сохраняйте название, чтобы вы знали, потому что вы этот сам буфер настраиваете не на один день, а на несколько, возможно, даже на неделю. Но я считаю, что нужно его будет менять в соответствии с тем, как будет у нас обновляться информация. И я, например,
ставлю, грубо говоря, так, один. Это просто, чтобы сейчас было понятно. То есть у нас групп может быть 700 или там 800 групп, например, на Фейсбуке, но буфер один позволяет вместить туда 15 групп. То есть вы сами понимаете, если у вас даже 500 групп, сколько вам этих буферов нужно один раз настроить. Но мы их настраиваем всего один раз. И ставим Save and Active. А теперь смотрите. Заходим в буферы. И вот наш настроенный буфер. Он сейчас активный. Если мы нажимаем на кнопку пауза, он блокируется и перестает работать. Когда нам нужно снова его включить, мы опять нажимаем стрелочку, и он пошел дальше работать. То есть, соответственно, то рекламное объявление, которое мы сюда вбили, оно у нас будет в промежутке 7 дней в неделю, в промежутке с 12 дня до 12 ночи показываться. Можно там, по-моему, вообще круглосуточно поставить. И вы уже сюда не возвращаетесь. Вы один раз настроили, и у вас реклама пошла работать. Чтобы создать новый буфер с новыми группами, вы набираете новый буфер. Здесь нажимаете Select. И вот о чем я вначале упустила момент. Здесь самое главное запоминать, на какой группе вы остановились. То есть, грубо говоря, мы, например, первые 15 остановились здесь, мы запомнили название, дальше пошли уже отмечать группы, те, которые в первом буфере не отмечали. Также нажимаем Save и дальше таким же образом, как я уже рассказала. Это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Если по самому этому пострадару будут какие-то новости, я обязательно буду делать новые видео и держать вас в курсе события. Спасибо за внимание.